этом видео я рисую и размышляю о жизни. Представьте себе, что мир – это корабль, идущий своим курсом. И ты находишься на его борту и плывешь вместе с другими пассажирами. Это твои родные, близкие, знакомые и случайные люди. Но пока тебя это мало волнует. Ведь ты маленький, а есть взрослые, которые знают курс. Куда держит курс этот корабль? Они говорят тебе, что делать, а ты им веришь и доверяешь. Но проходит какое-то время, и ты сам становишься взрослым. И в какой-то момент ты понимаешь, куда идет корабль, тебе туда вовсе не нужно. Тебя манят другие страны, острова. Тебе хочется увидеть что-то другое, почувствовать, пережить, что-то светлое, чистое, но именно твое. Ты видишь на горизонте вдали очень красивый тропический остров, и тебе хочется туда. Ты подбегаешь к людям на борту и просишь: давайте поплывем вон туда, к тому острову. И все соглашаются, но проходит какое-то время, и ничего не происходит. Корабль идет, но вовсе не тем курсом, который тебе нужен. И так год за годом ничего не меняется, все те же пейзажи и виды. И наконец ты понимаешь, тебе нужно идти в ходовую рубку и договориться с тем самым, кто управляет этим кораблем. И когда ты подходишь к капитанскому креслу, ты видишь, что оно совершенно свободно. Ты тихонько, а настороженно садишься в кресло и понимаешь, а тебе приходит осознание, что ты и есть тот самый капитан этого корабля. Это кресло твое по праву рождения, а это корабль и есть твоя жизнь, твои мысли, чувства, эмоции, настроение. Ты сам несешь ответственность за свою жизнь. Ты капитан этого корабля. И когда ты садишься за штурвал, вот здесь тебя ждут испытания. Разворачивать корабль, тебе будет казаться, что ты идешь не туда. Что ты двигаешься не в том направлении. Тебя будет бросать на волнах. Ты будешь подниматься то вверх, то падать вниз. Перед тобой будут появляться то острые рифы, то подводные скалы. Но самое важное – это держать курс, не бросать. Ты знаешь, что впереди есть остров, который ты видел, к которому ты стремишься. Держи управление, что бы ни происходило. И помни, ты капитан своего корабля, а не пассажир. Ну что, ты готов отправиться в путь к своей мечте?